согнать злостью живую с наглаженных отливами песков, одной волной подняться в жизненную, учуять ветер с цветущих берегов, тоскливый сон прервать единым звуком, убиться вдруг неведомым родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим, шепнуть о том, при чем язык не имеет, усилить бой без трепетных сердец. Вот чем певец лишь избранный владеет, вот в чем его и признак, и венец. Вот в чем его и признак, и венец. Привет, меня зовут Лиза, и сегодня я решила поделиться частью своей подготовки к ЕГЭ. Я заучиваю стихотворения, но у меня не получается просто их зубрить, поэтому я придумала такую фигню, как записывать каверы на стихотворения, выкладывать их в альбом ВК и слушать, когда я куда-то еду или целенаправленно. В общем, вот такой вот способ. И я уже делилась этим альбомом в чате нашего курса по литературе. Пока что этот плейлист небольшой, потому что я только начала, но обновлять его я буду где-то 3 раза в неделю, потому что мне нужно успеть выучить все до ЕГЭ. И вот сегодня решила записать видео, как я записываю это аудио, и выложить его на YouTube. Так что, если вам интересно это, если вы тоже готовитесь к ЕГЭ, или вам просто понравилось, как я сыграла, спела, то ссылка на этот плейлист в описании. У меня на канале еще есть 1 или 2 видео, где я пою. So check it out! Пока!